Хеллоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Neverwinter Nights Enhanced Edition, район полуострова, и поехали. Так, если чё, животное я могу вызвать. Тоже кого-то убили, тут много кого убили. Оу, латная рукавичка. Так, ну вон бандиты. Граждане бандиты стоят. Почувствуй мой гнев. Почти убил сразу. Ну чё ж ты такой живучий-то? Вот и все. С одного выстрела. Всегда бы так. Вот и все. Так, куда ты? Тут еще целая куча заключенных. Че встал? Молодец. Молодцом, молодцом, молодцом. Все ништяк, все нормально. Так, что они после себя оставили? Останки. Ну, давай. Четыре голды. Так, здесь посмотрел. Здесь не посмотрел. Погребальный костер. Что-то, по-моему, с ними надо будет делать. То ли сжигать, то ли что. Так, будем все потихоньку исследовать. Бамс, 6. Так. Скрытой атакой. Скрытой атакой будем фигачить. А этот по мне камнями метает. Ты что, падла? Ну-ка, стрельника. Давай, давай, выстрел. Вот этот четкий выстрел. Хорошо. Еще один. Готов. Что за дом? Просто дом. Это просто здание. Так, ну-ка поменьше карту. Слишком огромная. Так, сейчас вот тут оббежим. О, о. Госпожа Дульсимей. Ну. Так, она мне... Помогите, пожалуйста, помогите мне. Либо это подстава какая-то. Че она тут одна стоит? А че с них по опыту? Копейки? Ну да. Миру по копейке. Так, сначала вот этот дом глянем. Надо бы... Охранялку? Так, давай. Домик. Пошел. Ой-ой-ой. Эй! Бросил он меня, бросил. Блин. Пока даже можно и без заклинаний. Комода. Надо же, я думал закрыт. Не надо, себе оставьте. Так, тут все. Ну пойдемте с ней поговорим. Кто такая, что хочет? Госпожа. Сохраним перед этим. Приветствую вас. Благодарю за помощь. Я как раз пробиралась домой, когда эти скоты меня обнаружили. Кто вы и что делаете на улице? Я служанка леди Данглбрук. Я шла домой со своей утренней смены, когда все это началось. Кто напал на вас? Бежавшие из тюрьмы. Кто-то сказал, что их освободил сам главный надзиратель. Мне это не нравится. Раз здесь недостаточно стражников, чтобы охранять вас? Еще и с этим карантином, боюсь, они и так очень заняты. Простой народ вроде нас должен защищать себя сам. Что знаете о тюрьме? Капитан Элейфин. Главный надзиратель, он держит всех в кулаке, по крайней мере, держал раньше. Говорят, что это он освободил заключенных. Так, не проводить ли вас до ворот из района? Правда? Я уже думал, никогда не доберусь. Мне очень нужно к вратам полуострова рассказать капитану Кипу, что я видела. Че, мне ее теперь тащить с собой?
Это сюда? Я уже не помню, как этого звать там. Вон там, там видно. Не видно. Так, это тоже доброе дело, блин. Ну ладно, если монаха прокачать, то ничего страшного. Солдат, 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 солдат. Капитан Кип. Ваши действия изменили ваше мировоззрение на 3 к мировоззрению доброй. О чем я говорю? Вот и ворота. Все. Опыта 40. Рад встрече. Даже разговаривать не надо. Так, давайте отдохнем, раз уж я тут. Хотя мне особо восстанавливать там нечего. Че по опыту? Еще дохренище. А вы что налывали? Мудрость? Или ловкость брать? Наверное, мудрость. Чтоб стала двадцаточка. А уж потом как-то добивать ловкость. Так, здесь тупики. Тюрьма. Это тюрьма основная. Опа, там куча народу. Да и пофиг. Мистер Джонс. Сейчас ты умрешь. Ваншот. Да отвали от меня, придурок. И тигр, спасай давай. Ох, ты ж придурок. Что тебе непонятное условие? Отвали. Блин, а? Побил как. Червь. Раскрою тебя, череп. Ого, там народу. Ого, там народу. Фига там народу. Так, надо было в этого. Давай, ты будешь, нет, делать то, что я тебе сказал. Бери этого. Да ладно, не убил. Так, следующий пошел. Так вот и все. Вот и все. Целую толпу народа уничтожили. Так, ты больше агрить не будешь? Поманился? Теперь снова отдыхать. Там куча трупов, там сейчас могут быть всякие подставы. О, поблизости враги. Ну, карта такая достаточно большая. Я говорю, мы это сделаем. Так, окей, ты кто? Чьих будешь? Рассказывай. Приветствую вас, дитя мое. Благодарю за помощь. Я как раз пробирался домой, когда эти скоты нашли меня. Что у меня с мировоззрением? Пока нейтрал. Ну это что, доброе лицо, что ли? Кто вы, что делаете на улице? Так, не проводите... С чего вы взяли, что я спасаю вас? Сгоните монету. Так. Для друида... Мне надо добрым стать. Хотя бы ненадолго, да? А друида на разок надо брать. Если ж я буду без брони бегать. Либо с такой броней, как у меня. Либо уж нормальную броню. Ой, друиды монаха, блин. Я ж могу на трешку одевать броню. Ну да, лучше на трешку, хотя бы легкую. Правда, она будет в ловкости, да? Давайте. Ладно, я пока не знаю, гони монету. Что? Фига, открыл дверь, убежал в дом. А там кто его, подмога? Сейчас мы это проверим. Я выполню вашу просьбу. Ой, ты долго будешь это выполнять? Ну, я тебе сейчас чутка помогу вот так. Еще разок. А ты можешь дальше критовать, пока я тут все обыскиваю вокруг. О, тут куча трупов. Я уже почти закончил.
Так, он быстрее вот этот сломает, кстати. Иди. Клянусь кровью утгарков. Там еще один такой же. А тут зачем два входа? Очень странно. Так, все. Давайте этот. Лам. О. Так. Вот там, если я не ошибаюсь, засада. Хотя они раненые. Солдаты ополчения. Все выполнено. Так, иди дальше. Руши пока этот. Я выполню вашу просьбу. Так-с. Здесь все обыскано. Не, он так долго будет, да? Ну да. Так, эй. Я поведу. А я, кстати, когда я того послал, я... Клоп получил или что? Пойдемте убьем его тогда. Заодно и отдохнем. О! Так он подставной, что ли, был? Он подставной, походу, был. Он, по крайней мере, забежал в этот дом. И никакую картину не надо. Это в районе порта. Отдыхаем. Надо добить сундук. Дальше обыскивать. Да блин! Я не хотел сюда заходить. Теперь как отсюда выйти? Да ты будешь, перестанешь тупить, не? Вот и все. Вот и все, блин. Все, что надо было сделать. Еще одни варежки. Опять латная. Все, все везде латная. Так, ну погнали. Жрец Хельма. Приветствую вас. Да, пожалуйста, дайте мне благословение. Не ответите ли на пару вопросов? А что еще вы сможете предложить? Храм предлагает услуги, если вам интересно. Покажи мне, что у тебя есть, брат. Так, а ты можешь опознавать вещи? А я сам могу. А это 100 золотых. Но это я тоже скоро сам смогу. Ну ладно, 100 золотых копейки. Давай. Сочувствие животным. Вообще то, что нафиг не надо. Друид Рейнджер. А это... Колдовство плюс 3. Волшебник, друид, клерик. Ну, вот это вот намного лучше будет, но... Еще лучше будет, это моя вот эта, да? Бонус к броне, конечно. А это все не надо. Вот этого укротителя нас забирай сразу. Пояс. У меня нету вообще пояса. Бегать. Ну, кстати... Кстати, можно. Это знание плюс 2, иммунитет страх и свет. И босиком я еще бегаю. Ботинки рейнджера плюс 1. Телосложение. Не надо, ничего мне не даст. Упочки, какие красивые плащики. Крепление. Бонус к броне. Спас броски универсальный. Ну, кстати, это нормальная тема. Ну ладно, это все само собой, наверное, найдется. В итоге-то, да? Вот, мудрость. А, и у меня мудрость. Сопротивление защиты. Ладно, ну тебя нафиг. На, вот это. Берешь. Тогда ничего не дам.
Так, ополченцы тут стоят. Фига, они тут стоят. Надо, чтобы этот наш ломал пока вот эту. Я выполню вашу просьбу. О, в этом доме я точно не был. Молодец. Там дальше мы бывали, а вот в этом не были. Заходим. Джонс. Эй, Джонс. Приветствую вас. Этот район находится под покровительством храма Тира. Могу я спросить вас, что вы надеетесь здесь найти? Я являюсь стражником под началом Арибет. Как вы? Я здесь по приказу Олефа, чтобы встретиться с Брайли. Ну-ка. А, понятно. Да кажется, у вас от него письмо. Хм. А вы не один из новобранцев городской стражи? Недавно окончили академию? Я прислежу за тем, чтобы сюда входили только городские стражники. А вы следите за тем, чтобы не возникло каких-либо проблем, пока вы здесь. Ладно? Так, несколько вопросов. О чуме? Могу я задать вам несколько вопросов об этом месте? Ну все, ничего. До свидания. Чтобы сюда входили только городские стражники. А что ты так подозрительный какой-то? Не? Стоит тут один, прячется. Как по мне, так подозрительный. Вали. Ломаем. Я выполню вашу просьбу. Эка! Но. Готово. Да где они? Вот они. Так, и путь куда-то вниз. А вот туда, там-то чё? О, какой-то подвал. Могила. Блин. Жёсткое место. Стук открытый. Камни. А, Брайли. Так, подождите, а что он мне сказал? Зачем он мне сказал найти Брайли? Где письмо от Олефа? Вот. Преподобного судьи Олефа Ускара. Оно означает, что носитель письма находится в услужении судьи. Письмо нужно отдать Брайли, молодому жрецу, охраняющему гробницу в районе полуострова. Дух закрыл. Ловушки. Это явно недоброе место. Лев какой-то, наверное, может, какой-то не такой. Что это за Брайли? Я не смог выполнить задание. Конечно, ты ничего не смог. Рад приветствовать. Простите, но вам нельзя находиться здесь. Я жду указаний преподобного судьи Олефа Ускара. У меня письмо от Олефа. Он меня послал. Слава небесам, вы здесь. Чума никого из наших не щадит. Но дела Тира должны вершиться. Что вы можете сказать об этих могилах? В этой могиле покоится Миослазния Фейрблейд. Она лежит здесь очень давно, хотя точно я не могу сказать сколько. Она была верным другом Хэллоуэта Невера, так что это место может подсказать нам, где похоронен сам отец-основатель. Это очень близко к поверхности, то есть за историю Невервинтера и её передвигали хотя бы один раз, но никаких записей об этом нету. Что вы узнали? Чума убила всех, кто участвовал в раскопках. Они унесли в могилу все свои знания, хотя остался дневник. Писец Джейкоб должен был записывать, что они нашли, но я не читал его отчетов. Они в сундуке, можете открыть. Где другие могилы? Я не знаю. Может, написано в дневнике Джейкоба, но мне не разрешали его читать. Прочтите сами, он в сундуке. Вы нашли здесь какие-нибудь артефакты? Я так не думаю. Конечно, я прибыл только после того, как все умерли от чумы. Надеюсь, никто не оказался достаточно бесстыден, чтобы потревожить их тела. Так, вопросы о чуме. Что вы можете сказать о чуме? Повещая унесла многих моих собратьев и кто участвовал в раскопках. Жаль, они не успели. Ладно, не будем об этом. Мне можно сказать, правда? Не думаю, что это приемлемо. Это не ваше дело. Пусть
вас и послал Олив, и вы хотите помочь церкви. Услышно об экспериментах. Так. Ничего странного не слышали, сплетни. Я ничего не знаю, что вы можете знать о чуме. Еще раз пробуем. Успех. Я не хочу о них плохо говорить, но проступок был не таким уж серьезным. Они немного согрешили. Они стали сомневаться в силе Тира. Думаю, в такие времена и проверяется вера. Они как-то связались с хельмитами и получили благословение. Богов много, я знаю, и Тир всегда благоволил к Хельму. Но все равно это нехорошо. Повторяю, это небольшой грех. Они не сделали ничего плохого и до конца выполнили свой долг. Жаль, что им уже не отпустят этот грех. Но это вас не очень касается. Они покинули этот мир, а у вас и так есть чем заняться. Это как-то повлияло на их смерть от чумы? Я не осмелюсь так сказать. Тир не покидал их. Власть Тира никого не защитила от чумы. Настолько сильно зло этой болезни. Так, ну и все. Вопросы. Да это уже все мы у него узнали. До свидания. Так. ДОС. Упочки. Терминальная стрела. Терминальный щит. Меч. Ну нельзя же брать эти артефакты. Я взял все. Дальше уже решать, кому это отдавать. Штраф к атаке минус 5, штраф к урону минус 5, сокращение веса 10%. Уменьшение КБ. Модификатор щитов минус 5. Все какое-то проклятое. Слишком хрупкий, чтобы использовать в бою. Очевидно, он предназначен для другой цели, связанной с Хэллоуитом Невером. Давайте читать. В этой книге рассказывается о первых поисках гробницы Хэллоуита Невера. Она не закончена. Видимо, автор умер от мора, прежде чем успел ее дописать, но здесь есть координаты трех возможных мест захоронения, помимо того, что в районе полуострова. Гнездо нищих, великое кладбище, портовый район, акведуки в северо-западном квартале, Чернозерье, юго-западный квартал. А я там ничего не нашел. Это, наверное, дом, где как раз-таки закрыта дверь была. Описание мест неточное, но в книге упоминается, что каждая гробница, скорее всего, запечатана магией. Некая загадка является ключом каждой двери. Решение к двери в гробницу на полуострове. Изумруд? Ответ был найден, когда рядом с дверью положили изумруд в контейнере. Следует заметить, что это действие уничтожило камень, что сделало это открытие достаточно дорогим. Текст изумрудной загадки в гробнице полуострова. Бриллиант леса, что не знает смены времен. Текст изумрудной загадки. Гробницы полуострова. Бриллиант леса, что не знает смены времен. Что это такое? Загадки какие-то. Сила Невера. Единственный документ. Так, дневник. Брали хранит его в сундуке. Памятница, наверное, здесь. Ни хрена нету. Чем мне эта усыпальница? Нечего обыскивать. Вот она. Да, по идее? Нет. Рожи какие-то. Да нечего тут делать. Ты что больше не скажешь? Рад приветствовать. Пока. Развалины. Там я посмотрел. Тут я посмотрел. Ладно, выбираемся. Где какие-то загадки? Так, гоу дальше. Тут еще хреновая тьма домов.
Вот это? Что это? Торговец Изенмаст. Торгаш. О, привет. Ну-ка показывай, чем торгуешь. Полулаты. Так, вот какие мне вообще надо? 4. Штраф к проверке на броню минус 2. Максимальный бонус ловкости 4. Но к бонусу нету никакого штрафа, да? Вероятность неудачи тайного заклинания. А обычного заклинания все нормально. Средний доспех. Ну 30 кг. Куда мне 30 кг? 45 кг. 5 кг. Во! Класс брони 1. Блин, вот надо что-нибудь типа того. 2. А где 3? Дальше вот это? О, 3. И весит всего 15. А это сколько весит? 1. Сопротивление кислоте. Кожный доспех-то будет куда лучше. Может его сейчас купить? Пусть пока будет. Нужен только магический, да? В принципе, пока и так нормально. Начнутся проблемы, как бы можно. Здесь нифига. Обычное все. Нахрен. О! Карта Черного озера. 3 золотых все это стоит. А их что, можно изучить? Жена подробно и легко запоминающимися комментариями. Карта порта. Да, бедняков. Остров. О. Как-то изучать-то можно? Нет, они просто находятся у меня в инвентаре, да? Класс. А с картой чё? О, вся карта открыта. Так, чё тут? Штаб-квартира. Седос Себел. Какое страшное имя у него. Даже говорить страшно. Что привело сюда? Стражники не должны были никого пропускать в район полуострова. Леди Алибет временно приняла меня. Вы случайно не новобранница? Да-да, я новая ополченица. Она уже знает. Что ж, это первая хорошая новость за весь день. Кто ты? Седос Себел из ополчения Невервинтера. Я отвечаю за деятельность наших здесь. А вы кто? Меня зовут Фибоначчи. Отлично, пусть будет Фибоначчи. Честно говоря, у нас тут на полуострове куча хлопот, и ваша помощь нам бы пригодилась. Хотя это не очень похоже на обычную работу ополчения. Что за работа? Все заключенные высыпали на улицы, и мы до предела измотаны попытками защитить мирных граждан. Как будто воющей смерти было недостаточно. Мне нужно, чтобы кто-нибудь пробрался в тюрьму и выяснил, что за дьявольщина там творится. Леди Арибет распорядилась выдать 300 золотых любому ополченцу, который принесет мне доказательства того, что проблема решена. Считайте это платой за риск. Как вы собираетесь доставить меня в тюрьму? Они превратили тюрьму в крепость. Высылают туда штурмовые отряды, а потом снова отступают внутрь. С ними нелегко будет справиться. Думаю, у них действительно есть ключи, чтобы возвращаться в крепость после того, как они заканчивают мародерствовать. Хотя ни у кого из тех, кого мы поймали, их не было. Поскольку вы не можете взломать парадный вход, вам надо найти того, у кого есть ключ. По-моему, начать стоит с канализации на юго-западе района. Мы встречали там несколько банд. Не очень-то большая плата за такую прорву работы. Может и так, но заключенные уже похитили все ценное, так что вы можете отобрать у них все, что вам нужно. Аванс дадите? Ладно, думаю, я мужчина того сорта, что вам нужно. Тогда удачи вам и не забудьте доложить мне, когда узнаете, что там стряслось. Хорошо, Себел. А теперь пока. Себел. Карты потом можно будет все выкинуть. Так. Ну все. Вот. Жрец. Жрецом мы говорили. Там дома я обыскивал. Вот тут какая-то была. Вот. Я не смог выполнить задание.
Так, побежал, да? А где ты его увидел-то? Я его не видел. Я не смог выполнить. Заблокировано с другой стороны. Да не может этого быть. Ребята, не обманывай. Блин, ну а? Порылый дом. Так, вон стоит бродяга. На. Саутгартов. Конечно же, мимо. Огреб. Мне кажется, что раньше все же игра была сложнее, что ли. Хоть я играл на легком всегда режиме, я уверен в этом. Такой-то режим я точно никогда не ставил. Так, вот тут трупы я уже не обыскивал. Вот еще дом. Я не смог выполнить задание. Во-во-во. Во! Включенные. Почувствуй мой гнев! Тигр. Ты узнаешь, что такое... Тигр! Этого я сам убил. Ништяк! Их перебили. Так, комод. Должен быть открыт. Вон, он же открыт. Одна монета. Ради одной монеты заходить в дом... Не надо такого счастья. Вышли. Так. Так, так. Я бывал, что... Ну да. Здесь бывал. Не бывал где? Не бывал вот тут. Труп. Так, вот канализация. Вокруг тюрьмы надо ли оббегать? Здорово. Готово. 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 Вот и все. Познай ярость красного. Куда ты погнал-то? Оставь его в покое. Главарь банды. Блин. Кого сагрил-то? А я и стрелять не могу заклинаниями. Там кто-то стрелял еще. Вон, заключенный. Взял, согрелся на главаря. Может, с ним поговорить можно было. Хотя вряд ли. Да все, готов. Кто убьет, я или ты? Ты. Но я больше урон нанес. Все, угомонился. Иди сюда. Я поведу. О, нет. Давай. Да смотри, чтоб тебя не убили. Дерись, давай. Защити меня хоть как-то. Там еще кто-то, что ли, стреляет? Так, болты забираем. Ну-ка. От греха подальше. А то тебя сейчас вынесут в натуре. Так, канализация. Вокруг тюрьмы... Да не, надо бежать, по идее-то. Вон там какой-то дом. Очень... Интересно, это я все обыскал? Да. Так, это главарь. Палка. Боевой посох. Куча-куча хлама. А, ну тут открыто. Ладно. Опа. Ну, обычный. Черт. Ну почему? Почему такое не... такая непруха? Сейчас будет больно. Так, все, он покойник. О, а там еще покойники бегут. Эй, тигр. Так, чё тут? Тот труп я обыскивал? Или... Блин, почему все такое одинаковое?
Да, обыскивал. Эти после себя ничего не оставили. Бомжи. На. Сейчас ты умрешь. Эка! Че, много тут их вокруг тюрьмы еще будет? Да по-любому много. Так, это все обыскать. Я не знаю, сейчас вокруг пробежаться или потом. Наверное, потом. Сначала в канализацию, потому что мне кажется, что меня туда дальше-то я и направят. Так, гоу. Надо сохранить. Отдохнуть мы отдохнули. Опа. Куча спровоцированных атак. Деремся. А, там тоже главарь, черт возьми. Так, ты, шел нафиг. Оу. Не-не-не, больше не надо. Да ты, блин. Ой, а его сейчас убьют. Я стрельну когда-нибудь или не стрельну? Никогда уже. Так, тут главное-то этого убить, да? Чё он ко мне подошел? Ну ладно, я перетерплю. Ну почему ничего не работает на них? Отвали от меня. Так, а они меня так-то убьют сейчас. Главарь этот. Выйдем. И он выйдет. Он не выйдет. А мы с другого места зайдем. Ха-ха, в натуре. Вот отсюда. А я и отдохнуть тут могу так-то. Вот и все. И ХП восстановить. Ну-ка, пойдем. Где он? Вон он. Крит сразу, на. Бич. На, бич. Получай, бич. Получил, бич. Дохни, бич. Я убью, я. Нет. Что такое крит слабый? Да блин, сколько у тебя там здоровья-то? Один. По-любому один хп ему оставил. Эх, он был мой. Так, здесь должен быть ключ, да, по идее? Это все выходы. Вот ключ от тюрьмы. Ледяной дротик. Продать. Так, прежде чем... Прежде чем идти в тюрьму, оббежать надо все вокруг. По кругу. А потом уже тюрьма. Я думаю так. Так, вышли. Ну погнали. Так-ка. А где мой тигр-то? Вот он. Там еще и за стеной вон кто-то. Сейчас он побежит вот так всех агрить. Куда? О чем я сказал, блин? Что он побежит всех агрить. Но этого-то я вынесу один на один. Пойдем. Я поведу. Дурень. Да, там вон вход будет, если чё. В тюрьму. Так, в комментариях, по-моему, мне говорили, тут босс будет жесткий. Мозг. Который, наверное, завладел мозгом этого, главного там капитана. И он всех заключенных повыпускал. А этот скот по месту болит. Камнями еще и попадает из такой дали. О! Так, это же не тюрьма.
Тюремные что? Тюремные что-то. Да блин, ну они бьют меня, ничего? Сколько же у них здоровья, что они так быстро умирают? Вообще понты, да? Блин, ну 4 урона у меня заклинанием, ё-моё. Качал-качал мудрость, а все без толку. Иди давай, открывай. Я выполню вашу просьбу. Болтики забираем. Ой. Эй, тигр, там еще. Все, один остался, твой. Все выполнено. Тигр. Игорь! Игорь! Опасненько. Пустые оба. Ну да, куча там всего. Шкафчик, наверное, закрыт, а сундуки... Нет, шкафчик тоже открыт. Я говорю, мы это сделали. Так, а у меня такие же где-то были, вот, на. На выход. Отдыхать надо. Так неохота, а надо. А в тюрьму, наверное, только один вход. Сейчас он там еще дом остался какой-то. Чё, больно? Ну, блин, уже подбежали в упор. Давай, давай, гаси, гаси, гаси его, гаси, всё. Все равно обратно бежать. Ламп подберу. Там-то я не пройду. Вон еще заключенный. Я не смог выполнить задание. Замок слишком сложный. Еще над заклинанием и всего я такого. Не смог выполнить задание. А зачем тогда этот дом? Он тут не просто так. Придется найти подходящий ключ. Так, ну вообще на самом деле мне бы сбегать хлам выкинуть, да? Копье вот это, арбалет. Значит, перегруз будет. Хотя я могу сложить в мой супер-мега-сундук. Вот этот. О, минус 2 кг. О, еще минус 2 кг. А что еще? Вот это все тяжелое, что ли? Это не тяжелое. Варежки. Да хрен его знает. Всего помаленьку, вот и набралось, да? Ладно, еще все туда побираю. Теперь с этой стороны, чтобы вообще снаружи никого не осталось. Добьем вот этого бедолагу. Трупик. Так, ну и все. Вот теперь тут вообще никого нет. Снаружи. А остается только внутри. Погребальный костер жертв, трупы, ящики. Останки. Да, наверное, сначала лучше будет сбегать и избавиться от хлама. Потом идти в тюрьму. Иначе, мне кажется, это аукнется. Все. Так, ну и все. А в тюрьму тогда, ребят, мы отправимся уже в следующей серии. Ну и если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.